Село Счастливая, река Кучук, Узенбаш. Сегодня мы посмотрим Счастливое водохранилище. Ну и параллельно некоторые реки. Изначально сюда приехал река Кучук, Узенбаш, село Счастливое. Река Кучук, Узенбаш является левым притоком реки Бельбек. То есть вот эта вода, которая здесь получается, она попадает в итоге в наш бельбекский водозабор. Площадь водосборного бассейна 21 квадратный километр. Длина водотока этой реки 4,6 километра. Исток реки — многочисленные карстовые родники на западных склонах хребта и Петри. В 1959-64 годах в окрестностях села Счастливое был построен комплекс гидротехнических сооружений общим объемом более 12 миллионов кубических метров, предназначенный для водоснабжения Большой Ялты. Включал в себя водохранилище Счастливое-1 на реке Биюк-Узенбаш площадью 1,5 гектара и Счастливое-2 на реке Манаготра площадью 67 гектар. И также Ключевское на ручье карстовом площадью 0,7 гектара. Воды трех водохранилищ собираются в самом крупном Счастливинском, оно же Счастливое-2. Оттуда по гидротуннелю через гряду Крымских гор, длина туннеля 7216 метров, перебрасывается на южный берег в бассейн Дерекойки. По туннелю отдельная тема. Там не все так просто сейчас. Вы знаете, рядом строят новый туннель. Мы это обязательно посмотрим, но несколько позже, когда будут выполнены все необходимые наладочные работы. Заполнение Счастливинского водохранилища началось в сентябре 1964 года. Закончилось в мае 1965. В 80-м году в этот же комплекс подключили Загорское водохранилище на реке Кача общим объемом около 28 миллионов кубических метров, воды которого сначала перекачивались в Счастливинское водохранилище, а затем по гидротуннелю в Ялту. Водохранилище расположено на северном склоне Петринской Яйлы в верховьях реки Бельбек, создано на месте V-образной долины реки Манаготра. Максимальная глубина 53 метра, проектный объем 11,8 миллиона кубических метров. Длина водохранилища 1,5 километра, ширина 0,6 километра. Плотина земляная, шириной 8 метров, длиной 450 метров.
Это мы находимся в селе Ароматри, река Кокоска. Посмотрите, как бушует. Река Кокоска является левым притоком реки Бельбек. Длина ее 18 километров. Площадь водосбора 83,8 квадратных километра. Вот мы сейчас на старом мосту. Это более новый мост, по нему идет основная трасса на Соколино. Здесь видим, так подмывают опоры не очень хорошо. Требуется, видимо, ремонт. А мы сейчас находимся на старом мосту. И сейчас обойдем, я вам покажу, как он выглядит. Такое сооружение 1914 года. По нему даже разрешено сейчас движение, то есть он не перекрыт. По нему проходит дорога, а параллельно ему построен новый мост. То есть вся вот эта вода также попадает в реку Бельбек, и часть ее попадает в водозабор. Перешли на другую сторону трассы, на другую сторону нового моста. Вот очень хорошо видно, какая идет с гор вода мощная. Все это идет в Бельбек. Только начали знакомство с системой водоснабжения Ялты, пока только одно водохранилище. В дальнейшем покажем вам и остальные два, точнее три, еще плюс Загорская. Ну а пока на сегодня на этом все. Всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку канала и всем пока.